До свидания. Кто дождался, тот молодец. Огурец. А как вам качество изображения? В прямом эфире. Сейчас пойду сдавать свой Samsung S8 по сервисной гарантии на год, который, благо, как раз год подходит к концу. Он жестко начал глючить. Мой экран разбился. Ну, не сильно так, но все равно неприятно. Вот. И хочу успеть его сдать, чтобы мне его починили. Купила себе Samsung A8, выбирала между Note 9+. Ну, честно говоря, разница была. Ну, конечно же, в экране бы Note 9+, куча экран. Но в качестве фото и в качестве изображения S9+, хуже, чем A8. Дешевле, и по сути никакой разницы не наблюдаю особо. Уже привыкла к чуть-чуть. Звук отстает от изображения, потому что я отключалась и сеть не ловила, потому что я разговаривала по телефону. Надо перезагрузить заново прямой эфир, тогда звук не будет отставать. Если на то пошло. Вообще пить хочу, блин. Мой рост 156, вес 60. Смогу ли я за год достичь 45 килограмм, если буду соблюдать все твои наставления? Нет. Год — это слишком мало. Извините меня. Я за год с 52 еле как скинул до 45. Каждый день тренировалась и правильно питалась. А с 61 два года минимум. Два. Никак не год. Слишком быстро хотите добиться результата. Правильно питаюсь, хочу похудеть, но моя мама думает, что я голодаю, что доведу себя до анорексии. Что делать, как ей объяснить? А она что, не видит, что ты 5 раз в день ешь? Я ж не знаю, как ты питаешься, может, ты действительно чуть ли не голодаешь. Поэтому это не ко мне. Моя мама точно не подумала, что я голодаю, потому что я ем минимум 5 раз в день. А вот она ела пару раз, и то, дай бог, 1 раз. Остальные все ее приемы пищи были кофе и шоколадка. Поэтому, когда я показала ей свое питание и ее питание, там явно было, кто бы дошел из нас до анорексии, она или я. Покажи, что ты ешь, покажи, что ты ешь утром, что ты ешь через 2 часа, а потом ты ешь через 3 часа. Если ты правильно ешь, конечно, я еще раз говорю, я ж не знаю, как ты ешь, может, ты действительно голодаешь. Поэтому для вас правильное питание – это одно. Для меня правильное питание – это другое. Когда мне показывают, у меня сегодня белковый ужин, и там были крабовые палочки, 3 яйца с желтком вареных и сосиски, я говорю, это не белковый ужин, это жировой ужин. Там преобладают жиры, а не белки. И про крабовые палочки я вообще молчу. Поэтому я не знаю, какое у вас питание. Может, твоя мама и права. Может, ты действительно себя доведешь до анорексии своим питанием. Вот, ладно, пошла я к своему мужу, который иногда меня доводит и подбешивает. Ну да ладно.